Всем привет, друзья, это Винцеслав. Всем привет, это Андрей. Да, надеюсь, вы его узнали. Сегодня 24 сентября, время 23:26, и мы попали в аварию. Из-за тебя. Нет, не из-за меня. Из-за тебя, Винцеслав, ты несчастливый. Ну, значит, так карта легла. Да, попали, ехали в Воронеж на корпоратив и не доехали. Вот. Посмотрите на это наглое лицо. Здорово, здорово. Ну вот. Да тут связь, то есть, то нету. Да, самое интересное, что связи нету. Вот, ждем ГАИ. Да, отменяй, машину на ходу. Никто не пострадал. Не нужен эвакуатор. Пострадала я уже, машина. Ребятам вызвал такси с Ельца. Вот, они и настроение Винцеслава. И настрой Андрея. Да Саша сказал, да, у меня все в порядке. Саша сказал, вызывай это самое такси, пусть едут. А ты вот типа вот. ГАИ, стой, жди. Главное, живо-здорово, вот, ребят. Вот.